Так, раз, два, три. Так, раз, два, три. Все, it's okay. Все, всем здорово. Сейчас будем, короче, проходить. Tales Noir. Нуарный детектив экшен. Или не экшен. Сейчас так. Так, да. Все. Let's go. Язык, графика, язык. Первый язык, все первый. А, ну давай English. Second language, я так понимаю, это... Короче, оба English, оба language я поставлю. English. В смысле, second language. Я не понимаю. What the hell? Это как понимать? At any time during the game you can switch between the primary language and the secondary language. Language switch control. А, серьезно? Language switch enable off on. Language switch enable. Что значит enable? Блять. Nice. Кнопка переключения языка. Ну, в кл, конечно. Первый язык. Так это можно сейчас с кайфом учить язык, получается? Прям вот для... Так, первый язык. Ну и, короче, пускай будет English, второй русский, да. Все, nice. Так, я забыл какой. L1 или R1? L1 вроде, короче. Visual с Vertical Sync. Audio Master. Music, Ambience, Effects, UI, Controls, Standard. Тогда все, New Game. Act 1, Prolog. Курение осуждаем. Так, ну сходу могу сказать. Missed your call, yeah, no problem. Да будет. Вот. Just enough time to clean up. Wow. Use так L press to interact with the objects. Press to access detective menu. Okay. Inspect cork board. Inspect cork board. Осмотреть доску. Cork board. Так, мне кажется, мне нравится. Living room. Гостиная. Case files. Файл дел. Сюда. Я реально могу учить English. Inspect desk. И гамма мне нравится. Вообще, кайф игра. Вроде как. Inspect desk. Осмотреть стол. А почему на окно показывают это? Ладно, неважно.
Допустим. Picked up by pressing. Что за игра? Square button to pick up. Кнопка квадрат. А чтобы взять? Square. Square. А, ну да, square это типа квадрат. Как square pants. Square button to pick up. Pick up взять. ну, я не знаю зачем. Ну, допустим, взять тарелку с грязной посудой. Грязную посуду чисто взял. Nice. И что мне это дало? Надо отнести в раковину. Ля, мне нравится игра. У нее гамма какая-то вообще сверх... Сверх... Сверх гамма. Вот что-то на уровне с резиком вторым. Вот. Так, не знаю. Insurance fraud, stolen cars. Estranged lovers should probably beat some of these old case files. Так, ну короче. Insurance fraud. Страховка fraud. Не знаю, что такое stolen cars. Stolen. Какие-то машины. Estranged lovers should probably been some of these old case files. Так, еще давайте. Страховые мошенничества. Так, это получается fraud. Мошенничество. Запоминаем. Fraud. Мошенничество. Stolen cars. Это угон. А, угон. Stolen. Угнанные машины, короче. Estranged lovers. Любовные размолвки. Надо бы выкинуть парочку этих старых папок. Should probably been some of these old case files. Nice. Ля, как мне сходу нравится. Почему? Inspect cork board. Так. Доска детектива, короче. Home to the high and mighty. Skyscrapers full of apes. Big shots and gates. Communities, they can keep it. Keep it. Так. Обитель власть имущих. Нормальный перевод. Home to the high and mighty. Небоскребы, полные обезьян. Skyscrapes full of appears. Apes. В big shots and gate. Ты... В смысле я не нажимал? And gated communities, they can keep it. Нам такого не надо. They can keep it. В смысле? Что за перевод? Обитель власть имущих, небоскребы, полный обезьян, важных шишек. Обитель власть имущих, небоскребы, полные... важных шишек, закрытое общество, нам такого не надо. Окей, идем дальше. Хорошее место... Почему он исчезает? Хорошее место для приятного, но дорогого свидания. Музей, модный, мюзик, холл. Давно никогда там не бывал. Good place for a nice but expensive date. Museums... Я не понял, почему исчезает. Good place for a nice but expensive date. Museums, fancy music halls. I've not been for a long time. Granny will where the night comes to life. It's got rough edges, but it feels like home. Место, где... Короче, Гренивиль, место, где ночь сменяется... Ночью начинается жизнь. It's got rough edges, but it feels like home.
Я хз знаю, как перевести. Гренвиль — место, где оживает ночь. А, там есть... Сука, бля, ещё въебу нахуй. Там есть свои проблемы, но там я чувствую себя как дома. Ну, примерно так я и понимал. It's got rough edges, but it feel like home. Блять. Мама Хелен Лотер. А ну, сейчас. А мама Хелен Лейт. Lotter doubts me, everything I know. Да что такое, блядь? And I've spent years trying to unlearn health of it. Научила меня всему, что я знаю. Большую часть жизни я пытаюсь забыть его. Вот. Ghost Town. That's the dream. Well, if you're a boss snob who dreams of overpriced salad, eat. It's nice and clean. Where all the fishing boats hang. Блять, гандоны, почему исчезает надпись так часто? Кто тушит мне экран? Where all the fishing boats hang out, plenty of warehouses and seriously sketchy dive bars too. Ну, короче, место, где, я думаю, много рыбы, типа, где рыба наполняет, вылетает из лодок, plenty of warehouse and seriously sketchy dive bars too, место для, типа, ныряния этих дайверов. Там обычно собираются все рыбаки, куча складов и крайне подозрительных питейных заведений. Понятно, nice перевод. Здесь выращивают большую часть пищи. Так. Where most of our food is grown, widest open spaces in the city. More restrictions on public visits every year. Самая большая часть города под открытым небом, с каждым городом рождения. What? Почему? Тут вершится. Так. That's where the stuff gets made. Doing a honest walk with your hands. Not... Да, блядь, почему так быстро? Doing honest walk with your hands. Not a bad life, really. Честные люди зарабатывают своими руками на жизнь, на самом деле, не худший вариант. Пианетти, you are beautiful, dangerous. Какой гондон так быстро решил, что должно погасать это окно, блядь. Я ему сейчас въебу, блядь. Окей. No one's idea of paradise, mainly factories and cramped tenement blocks full of neglected souls. Lower middle class, while it's not guest one, but it's respectable enough. I grew up there on the border with the west side. Понятно. Такой среднячок. Сука. Я когда-нибудь... В смысле, блядь? Ты прикинь, конченая, блядь. My diploma project places of absolutely solitude. Only action my camera sees these days in is snapping fools leaving places they shouldn't be in.
Только моя камера видела эти дни, которые не стоило видеть. Что нынче в объектив моей камеры попадают лишь добитые жизнью глупцы, покидающие места, где мне следовало мой дипломный проект места. Да блять, да почему так быстро? Мой дипломный проект места полного одиночества нынче в объектив. Камеры попадают лишь добитые жизнью глупцы, покидающие места, где им быть не следовало. Сильно. Научила меня всему, что я знаю, и большую часть... И большую часть я пытаюсь забыть половину из этого. Пон. Пон, блядь. Как же долго я эту доску осматривал, блядь. Это пиздец. Так, Living Room. Ну, пойдем. Сейчас. Найс, почесал глаз. Медиа сет. Так. Медиа сет. Установка с... Медиа сет. Найс. Перевод на русский замечательный. Но медиа это публичный, типа, сет, установка. А, медиасет это типа телек, он на телек указывает. Notes on the fridge. Записки на холодильнике. Photo chemicals. Фотографии химии. Фотохимикаты. А, фотохимикаты. Nice. Window, окно. Place dishes. Положить посуду. Place dishes. Подожди, стоп. Так, place dishes, это же... Ну... сейчас. Place dishes, это место, ну, мытья. Блядь, сейчас. Место для мытья, типа. Нет? Насколько я знаю. Сейчас. Так, да. Place dishes. Расставьте тарелки. Перевод. Вот. Сейчас. Короче, сейчас. Но вам не видно по-любому. Короче, да, не видно. Короче, пишет, расставьте тарелки. О, вот так. О-о-о. Ну только тут, наверное, озеркаливает. Бля, что за бред? Так. Расставьте тарелки. Окей. Окей. Хозяин барин. Кринж, конечно, ну ладно. Тут переводится. Блять. I will wash this later. Probably not. Я помою это потом. Может быть, нет. Или нет, да. Вон туалет. Ну, go в туалет. Короче, мы за енота играем. Ля, какая. Не, от игры есть какой-то вообще стиль. Это вообще, это, ну... Гостиная туалетной книги. Блять. The Great Apes. The Great Story. Swell Toilet Read. Отличные обезьяны. Или великие обезьяны. Великие истории. Swell Toilet Read. Отличное туалетное чтиво. Да. Действительно, так и переводится. Великие обезьяны, великое сказание, достойное туалетное чтиво. Еще раз. Swell, toilet read. Swell, это же достойно, правильно понимаю? Swell. А, с двумя L. Swell. Блять. То еще другой перевод, swell. Набухать.
Вообще, swell переводится как набухать. Увеличиваться. Нет. Разбухнуть. Разбухать, раздуваться. Это swell. Тут swell toilet read, это достойно. Ну, возможно, это какая-то идиома очередная. Я не знаю. Скорее всего, сейчас так и есть. Что-то действительно идиома. Так. И чё? Кстати. Чё? Наверное, надо одеть эту штуку. Чтобы звук был почище. Maybe. Это никак не влияет. Так. Ну, короче, ладно. Swell toilet read переводится как... Отличный туалет, значит, его. Так. Living room. Кстати, я очень удивился, когда узнал, что... Ну вот, ракун, то есть мой типочек, за которого мы играем, его зовут на английском ракун. 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 А в этом... Как его? Скажите, я скажу. Resident Evil 2 ремейк. Место, короче, ну, это город, который, в котором все это произошло, и полицейский участок называется Raccoon City, там RPD, Raccoon Police Department, типа Raccoon City, енот, типа город енот. Чисто вот. Рафляночка такая, чисто город в честь енота назвали. Ну, если, соответственно, полицейский участок. Так. Let's go, короче. Living room. О, это китайское дерево. Найс. Короче, не знаю. Гамма прям вообще сумасшедшая. Такое ощущение. Я прям сейчас смотрю и в шоке. Так, надо, короче, камеру. А то нихуя не видно почти. Сейчас. Параметры камеры. Перевести дисплей камеры. Короче, куда-нибудь. Вот сюда, наверное. Да. Наверное, вот сюда. Закинем. Вот. А. Почему я не могу взаимодействовать? Inspect corkboard. А, стоп. Я тут кое-что не посмотрел. Или посмотрел все. Не, все посмотрел. Стоп. Что-то, короче, надо сделать. Call mom. Buy soup. Soap. Pay bills, don't die. Позвонить маме. Купить суп. Заплатить налоги. Не умереть. Купить мыло. Ну да. Soap. Мыло, оплатить счета. Не сдохнуть. Да. Подождите, у нас руки нет? А, нет, у нас есть рука. Блять, да. Медиасет нужно, блять. Got hit up Frankie to fix it when I have crash. When I have cash. So never. Нужно... отнести Фрэнки на починку, когда у меня будут бабки. То есть никогда. Nice. Photochemicals. Leaving photo developers in the kitchen is a sure road to poison or a great soup. Химикаты на кухне — отличный шанс травануться, ну или сварить хороший суп. Кстати, да. А, он в кармане просто не держит руку. Я понял.
How to get tired of this view? Сложно, типа. Что, я не понимаю. Стоп. Я же все смотрел. Туалетные книги. Living room. А, inspect call. Ага. Place chemicals. Короче, place означает положить, ну, типа, взаимодействовать everything. Knows its proper place. Мистер Грин. What the hell is going on? Что за мистер Грин? А, миссис Грин. Odette, excuse me, I'm looking for Detective Lotto. We spoke on the phone. Простите, я ищу детектива Лотера. Мы говорили по телефону. Again, you have a ca case for me, Mr. Green. At your service, Mrs. Green, how is your day going? That's me, you were woke before to tell me everything, Mr. Green. МРС. Это типа миссис. А, МР, мистер. Найс. I gather you have case for me. А тут чё? К вашим услугам, миссис Грин, как у вас сегодня дела? At your service. К вашим услугам. That's me. You were watch before. So tell me everything. Миссис Грин. Давай привет, Лева. Одейт. Одейт, что такое одейт? А, дета. Одейт, буду называть ее. О. Truth be told, my back's killing me. Pregnancy puts pressure on the spine. And please, odate, it's fine. Ой, если честно, спину ужасно ломит. А беременность это вам не легкая прогулка, нихуя она беременна. И прошу вас, зовите меня Адетом. And please, Adate, it's fine. Adate is fine. Блять, как это додуматься можно? Your first kid, you got it. How can I help you today? You didn't say much when we spoke before. You got it. Типа, вас понял. Чем могу вам помочь? Хотя тут... Ну, you. Блять. Что за перевод, нахуй? Вы мало... Хотя в целом, ну, это так переводится, действительно, но... Странно, ладно. Вам мало что такое... я не знаю, давай будем... Черствыми. Черствыми... Неразговорчивыми такими типочками, но справедливыми. Вы мало что рассказали во время нашего телефонного разговора. Давай это сухой ответ. I understand this sort of thing is routine in your line of work. I understand this sort of thing is routine in your line of work. It's about my husband, you see. I understand this sort of thing is routine in your line of work. It's about my husband, you see. Я так понимаю, для таких, как вы, это дело обычное. I understand that this sort of thing is routine in your line of work. Да, я тут замужем. He's missing, он пропал, I'm listening, я слушаю. He's a cheater, ain't he? Он вам изменяет, да. He's a cheater. I'm listening. He's...
He just hasn't been himself lately. Getting home at odd hours make weird exes. You suspect he cheating on you. You tried to talk to him about it. Он типа поздно приходит домой в последнее время. В последнее время он просто сам не свой, поздно приходит домой, выдумывает глупые отговорки. Making weird excuses. Excuses. Отговорки. Making weird excuses. You suspect he is cheating on you. Вы suspect. Полагаете, he is cheating. Он вам изменяет. Cheating. Cheating. Нормально, читак. You try to talk to him about it. А вы говорили с ним об этом? Ну, вот это, наверное. Так, yes, but he gets difficult. Like it's my fault. Listen, I just need to know if you can get proof of his infidelity. I need it for the code. Like it's my fault. Я думаю, это моя ошибка. Слушайте, я просто... Мне просто нужно знать, сможете ли вы достать доказательства of his identify infidelity, не знаю, что такое. Мне нужно... Так. Доказательство его измены. Infidelity. Infidelity. Я хочу пойти в суд. I need it for the court. Мне нужно это для суда. Court. Are you feeling for divorce? Вы хотите развестись? Tell me about the affair. Не знаю, что такое affair. I'll get you the proof. Я достану доказательства от этом. I'm taking the case. Я беру за дело. Суд, вы хотите подать на развод? That's right. And above all, I need something damning enough that custody won't even be a question. Мне нужно что-то... мне нужны совершенно неоспоримые доказательства, чтобы он не смог подать на опекунство. This custody won't to, even be a question. Damning enough that custody won't even be a question. Your husband will want the kids. I'm taking the case. Let's talk final detail. Ваш муж хочет забрать детей. Я беру за дело, давайте обсудим детали. Я... I can't take any chances anymore. I can't take any chances anymore. Кстати, перевод страны. У меня нет больше выхода. Ну, типа, у меня нет другого выхода. Я не могу больше рисковать. А тут I can't take any chances anymore. У меня нет других шансов. У меня нет других выходов. В любом случае. But he... А че, подожди, чем рисковать? But he said or done... А, ну, рисковать ребенку. Окей. But he... but has he... said or done something to make you think he would? When did you realize he might be unfaithful? I'm taking the case. Let's talk final details. When did you realize... Когда вы поняли, что он может вам изменять? When did you realize he might be unfaithful? Это уже третье слово
относишься к измене? Читинг, что-то еще, unfaithful. But has he said or done something to make you think he would? Он говорил или делал что-то, что могло натолкнуть вас на эту мысль. But he has said or done something to make you think he would. Так. Ну, вот это давай. This is a separate issue. One I don't want to big up right now. Это к делу не относится, я бы не хотела сейчас об этом говорить. Короче, ну не все однозначно, мне кажется. Maybe она даже не беременна, блядь. Ну, просто мешок у нее. Separate. Это не относится к делу. This is separate issue. One I don't want. One I don't want to big up right now. Okay. I work better when I know everything. It's okay. Is the kids a date? I really need every edge I can get. It's the kids. Все из-за детей, дейта. Мне реально нужно знать каждое, типа, углы. Или как? Это же детям мне действительно важно знать все подноготно, да, надо, типа. I really need every edge I can get. I really need every edge I can get. Мне действительно нужно знать все подноготно. Evidence for custody battle is extra. Evidence for custody battle is extra. So, для evidence поиск. Доказательств для тяжбы по опекунству, дополнительные расходы, так что... это надавим чуть. He has threatened to take them. Yes, Daisy and Elliot shouldn't have to go through all this. I'm doing what it takes to protect their future. Он грозился забрать их, да, Дейзи и Элиот не должны через такое проходить. Я делаю все, что в моих силах, чтобы защитить их будущее. To take them. Грозился. Дейзи and Elliot shouldn't have to go through all this. I'm doing what it takes to protect their future. Adey, this is not your fault. Это не твоя ошибка. I know this isn't easy, but it's right. Я знаю, это нелегко, но так надо. Но это правильное решение. Ну, короче, да. It's your husband aggressive? Is your husband aggressive? Ну как я могу знать, что это не ее ошибка? Может быть, это она как-то себя ведет, типа, по-дебильному. Так. I know this isn't easy, but it's right. Ну давай спросим еще. I can see how this is pertinent. Я не могу понять, как это относится к делу, типа. Я не понимаю, как это относится к делу, да, действительно. Мистер Лотер. I can see how this is pertinent. How this is pertinent. I can't. How this is pertinent. Блин, что за слово? Это пизда.
Мистер Лотер. Почему не ракуна? Ладно. Odate. Personal details can make or break a case. Odate. Личные детали могут сыграть на руку или или наоборот. Подобные детали могут решить судьбу дела. Or break a case. Или сломать. Почему не перевели or break a case? Типа, наоборот, сломать, ну, типа, дело. What makes you... What makes you so certain he's having an affair? Почему вы так уверены, что у него интрижка на стороне? I'm taking the case. Let's talk final details. Блять. Ну да, надо надавить. I don't see how this is would help you take a photo of my husband. Она типа говорит, я не понимаю, я не вижу, как это поможет найти фотографию моего мужа. Да, мне нужно... I have to know if he's dangerous. Мне нужно понимать, конечно, может ли он жестко навалять пизды. I'm an investigator. I know better what's required for the case. Я тут детектив, мне лучше знать, что поможет делу. Ну, вообще, и то, верно. Fine. He has a mean temper. Unpredictable. Mean temper. Unpredictable, that's all you need to know. Он вспыльчивый, непредсказуемый. Это все, что вам нужно знать. He has a mean temper. Unpredictable. What makes you see so certain he's having an affair? Почему так уверена, что у него интрижка на стороне? I'm taking the case, let's talk final details. Не, я буду все спрашивать, мне бог. He was always a private kind of man. Он всегда был очень скрытым. He was always a private. Ну да, приват, типа приватный. A private kind of man. Now he started getting home late. Missing work. Опаздывать на работу, and smelling funny. И смешно пахнуть. Ну, не так давно переводится, и странно пахнуть. Strange надо было использовать. Ну, то, что они не появляются на работе, это, конечно, факты, которые могут, да. What kind of smell? Кстати говоря, действительно очень важная штука. He skipping work. And you called him lying. Подожди, а как она понимает, что он скипает работу? I've had calls from his boss wondering if he was sick. I even covered for him. I'm so fed up with his... Хорошо, what kind of smell? Like perfume and not mine. Alcohol, smoke, and something poignant. A kind of herbal stink. А еще алкоголем, табачным дымом и чем-то терпким, какой-то травой. Poignant, poignant, терпким. A kind of herbal stink. Какой-то травой. Herbal stink. Okay, and you caught him lying? Подозреваете, что он вас обманывает. How late are we talking? Насколько поздно он возвращается? Ой, подожди. Talking? How late are we talking? Как поздно мы... Подожди.
How late are we talking? Насколько поздно он возвращается? I'm taking the case. Так, понятно. Okay. Well, he's just so bad at all. It wasn't much of a liar when we first met. Or at least I thought so. Ну и последний вопрос. Way past the kids. Way past the kids dinner time. Намного позже, чем проходит ужин. I asked what he was doing. It didn't go well. За полночь? Нихуя. Я как-то раз спросила, чем он занимался, разговор не задался. Way past the kids dinner time. Kids dinner time — это типа время, когда kids должны спать. I asked what he was doing. It didn't go well. I'm taking the case. Let's talk final details. Sure. What do you need to know? What does he look like? What does he look like? Вот, а, тут даже можно листать это самое. Nice. Nice. What do you need to know? Sure, еще как отлично переводится. Типа не как, конечно, еще как отлично. What does he look like? А как он выглядит? Правильно понимаю, да? Here's a photo. He's an otter. Он, разумеется, выдра. Вот. Какая выдра. Окей, ладно, это ж мир животных. He's an otter. Of course. He wears glasses. Square ones. Носит очки квадратные. At his wedding band, as far as I know. Обручальное кольцо. Насколько мне известно. Oh, and he carries a black briefcase to and from work. And he carries a black briefcase. Так. Начинаю уже троить. He carries a black briefcase. Ну, briefcase, так понимаю, это дипломат, этот кейс. To and from work. На работу он ходит со своим черным чемоданом. Да. Where would I find him? Usually, I mean. Где я могу найти его? Обычно, я имею в виду. Usually at work or at home. He never used to stop anyway. Now it's all the time. Он никогда не задерживается. Обычно он либо дома, либо на работе. Он никогда не задерживался. А теперь мы его почти не видим. He never used to stop anywhere. Now it's all the time. Have you met any of his friends? Вы знакомы, я так понимаю, с каким-нибудь из его друзей, да? No, but he's mentioned a few guys. Says they get together after work sometimes. Нет. Но он познакомился с несколькими. Он упоминал пару имен.
Says they get together. Говорит, они что-то делают вместе после работы. Говорил, что они иногда после работы собираются. Да. How would I pick him out of a crowd? How would I pick him? Как я могу называть его? Или как мне приметить его в толпе? А. How would I pick him out of a crowd? He wears a suit to work. I picked out his green. I picked out his green. Tie and hat. Так. And hat for him today. I picked out his green tie and hat for him today. На работу он ходит в костюме сегодня еще в зеленом галстуке и шлеме в тон. Я ему подобрала. Хорошо, держи в курсе. What's his full name? Any Elazis. Как его полное имя? Есть ли прозвище? Elazis. Прозвище Elazis. Jeremy Green. I think people at work call him Jazz. Where does he work? At the Wolf Bank on Granville. I'll write the address down for you. Так. That should be enough. That's just the matter of my fee. Осталось лишь договориться об оплате. There's just the matter of my fee. Оплата. Окей. I can give you $100 now and $50 when you bring me the photos. Will that suffice? Еще 50, когда принесете мне фото. Этого хватит? Will that suffice? Yes, plus any unexpected expenses. Yes. Да, плюс еще компенсация любых непредвиденных расходов. It's not just my life reading on this. I can only afford the one shot. What assurance can you give me that? Здорово. You're the right guy for the job. У меня есть... тут не только моя жизнь на кону. И у меня есть только один шанс. Как вы можете доказать, что вы справитесь с работой? О, да? Бля, я думал, у меня вообще никто не играл. Я играю. Я, короче, параллельно еще English учу, как видишь. Так. Хорошо, что такая есть такая функция. Блин, мне кажется, именно для этого вообще играет осознанно, чтобы учить English. Да-да-да. Я русский английский поставил. Чтобы параллельно учить. Так. To be honest, I can't. All I can do is my best. Так, если честно, никак, но я сделаю все, что в моих силах. I care about my clients. Your problems are my problems. Ага. Понятно. It's a matter of trust. A date. Do you trust me? Все дело доверия, дета. У меня есть только один шанс, как... Но я никак не знаю, как я могу доказать, что я справлюсь с работой. Я же детектив, типа. А если ничего не найду? А если я не смогу никак ничего договориться? Ну, короче, я не буду ничего обещать. I have to put a lot of trust in you, Mr. Lotter. Please don't let me down. Мне придется серьезно вам довериться, мистер Лоттер. Прошу, не подведите меня. Of course, I'll get right on it. I call you later tonight. Goodbye, date. Кстати, а планируешь в ближайшее время выкладывать ролики? Да. Короче, я не знаю. У меня уже есть готовые, типа, сценарий. Ну, не сценарий. Короче, текст. Вот.
Я не знаю, дополнять его или нет. Про, короче, Last of Us. Так сказать, со стороны... Ну, не со стороны, короче, Last of Us. Плюс какие-то такие научные термины, факты, которые буду привязывать к игре. Типа, насчет отношений, получается. Джоэла. Вот. В, короче, психологии, понял, типа, такое. Опираться, короче, на научные факты, на научные статьи. У меня уже написано немного всяких фактов. Да, мало, конечно. Вот, если я буду дописывать, то... То буду дописывать. Вот, а если нет, то в скором времени дропну. Ну, скорее всего, там особо нечего добавлять. Вот. Просто... Да, наверное, уже все. Буду запиливать. Вот, а так? Как-то так. Ну и планирую ближайшие ролики тоже примерно, там, не знаю, может, с точки зрения истории, какие-нибудь там факты прикольные. Типа про Uncharted, может, что-нибудь такое. Там же тоже всяких приколов много было, исторических. Maybe еще буду делать. Так. Так, короче, вот этот типочек здесь живет. Гренвилле, место, где оживает ночь. Там есть свои проблемы, но там я чувствую себя как дома. Ну, там он живет. Вроде как. Гостиная. Так. Рабочий. Буквально каждый кадр игры просится на рабочий стол. Да. Я, короче, смотрю. Какая-то странная пиксель игра. Ну, ладно, допустим. Ничего страшного. И тут решил поиграть. Оценки были хорошие. Захожу, а тут, короче, работа со светом вообще серьезнейшая. Ну, плюс стиль уникальный довольно-таки. Но в инди-игре, ну, по сути, это инди-игра, как бы легко сделать уникальный стиль, да? А не просто там от третьего лица что-то. Но, как бы, тоже надо постараться. Там вот. Да ты шо? Ебать. А шо так красиво? Да ты шо? Скрин. Бля, я думал, в доме красиво было. Оказывается, тут еще красивее. В Гринвилле. Ля. Не, ну, типа, цветокор здесь серьезный. То есть, гамма приятная. Пахнет мокрым бетоном. Smells like wet concrete, overpriced fast food and puke. Что такое puke? Блевотина. Это поле битвы мне не по душе. My kind of battlegrounds. Стоп, Tails Noir, он же назывался Backbone. Не знаю. Ну, типа... Не. Что-то я не знаю. Вроде. Ну да, Tails Noir у меня написано. О, это бег. Найс. Squire. Белка. А, Squirrel. Или как? Squirrel. Ну да. Так, я енот. Ну, за енота прикольно. Форман солнца. Ля. Не, ну плюс свой бело вообще. Типа, ну... А шо? Донованс. Вообще, а как? Как так можно вайбово создать игру? Hold, R. Два тура. Ну, это я знаю. О, кинотеатр. Уф, а шо? Тут реально со светом вообще полный... полная... Я не знаю, как... Ну, короче. Суперовое бело. Анатолий. Найс. А, я же могу с ними разговаривать, что я не разговариваю. Squirrel. Так. Это не эффекты... Это не эффект Манделы. Я посмотрел действительно Backbone. Серьезно? А как? Я не знаю, знаю. Как это вообще объяснить?
Yo, old man, take... это у меня old man. Но он не похож на old man. Хотя тут в пикселях не разберешь, конечно, ладно. I take a look at this photo. Have you seen this guy around? How it's going, fella? Bye. Ну, сначала как дела спросим. Just hanging. What's up with you? Просто зависаю. Hanging. What's up with you? You could say I'm hanging too. I'm tracking someone for a case. I'll get going then. Я пойду я. короче, я не знаю, что ему, типа, мы бьем какое-то фигурирующее лицо. Да, действительно, типа, непонятно вообще, как это. Tails Snower, это вроде даже Backbone. Backbone, но backbone это что-то. Back это сзади. Bone, я не знаю, что такое. Tales Noir, он это рассказ. Noir, типа нуарный рассказ, что такое, это переводится. Может, ты вообще другую игру играл? Хотя сомневаюсь, ты бы сразу узнал. Так. Just hanging. Так. Короче, я не буду ему раскрывать, что я типа детектив. Типа я тоже hanging. Зависаю. You could say I'm hanging too. Я, можно сказать, тоже завис. Завис. Окей. From my hanging to yours, peace, bro. Мой завис твоему передает peace, bro. Это кринж. Мой завис твоему передает peace. Как вот from my hanging to yours, peace, bro. Окей. Хорошо, что у меня английский есть. Take a look at this photo. Have you seen this guy around? Ну, короче, ладно. Давайте у него спросим. No, man. Even if I had, why would I tell you? Я мужик, да, и знал бы, не сказал. Окей, okay, we'll see you. Не, это вообще, а чё так вай... Блин, на скриншотах было не так вайбово. Короче, асфальт, он, кстати говоря, нормальный, такой, типа, ну, не пиксельный вроде, или мне кажется. Вот эти фонари от кинотеатра, это вообще, ну, как в реале, действительно. Так, давайте с Анатолием поговорим. Что? Что за е? If it isn't Mr. Howell, это Howie, what's a rascal like you up to on a fine evening like this? Как это у нас тут... кто это у нас тут пожаловал? Не сам ли господин Говард? Я лотер, я вроде. И чем же мистер Негодник промышляет сегодня вечером? Бля, еще один гринжулик. Окей. Hey, Anatoly, I'm looking for someone. You got a minute. My beaver. Бобрище, дружище. My beaver. How are Estrella and the kids? I got businesses here on Granville. See you later, Anatoly. Не, ну, спросим, как его дети, семья. Their boss doing just fine, easy and I are good, great. We even bless the sheep herd. Got a second let due soon. Oh, I got a great story for you. У меня есть личная история для тебя. Короче, с ними все хорошо очень, даже у нас Эсси все тоже неплохо, даже отлично. Мы тут с благословения пастыря выполнение ждем. Ой, что сейчас расскажу. Another. Wow, you guys are lucky. Too many, if you ask me. Как по мне, и одного-то слишком много. Чего? Сейчас Пинагрейс, вот он повезло.
Thanks, he's a big one. Is, ну конечно, easy, is round as a watermelon. Anyway, the story, I tell her, woman, you get any bigger and I won't fit you in the trunk of the car. Trunk of the car, багажник. Great, can you... Так, я ж не прочитал полностью. Он у меня такой большой мухала, а если жема сдулась, как арбуз сечешь, ну а я ей говорю, гг, мол, женщина, если тебя еще хоть маленько разнесет, ты ж такими темами в багажнике увидишь. Короче, юмор здесь своеобразный. Great, can I answer a couple of my questions first? Funny, don't you think that kinda mean? And so, haha, she just turns to me with the eyes of a killer and says, give me the bread, honey. Oh boy, woman. Woman, man. Ага, да. Woman, mysterious creatures, they love bread, so we break the news to our boy Victor. Son, you're gonna have a bro soon. And he's like, oh no, a bro? What is it? Что, бабы, загадочные создания любят, а не хлеб? И вот сказали бы мы про на... Про нашему Витеньке. Витеньке? А, нихуя. Мол, сынок, у тебя скоро будет братец. А он такой, о нет, братец, это как? И что же, Толя? Давай, I have just one question, bro. So, tell him. Мам, блядь, как ты заебал. Блядь, как он, блядь, пиздит. So, tell him mama and papa worked hard so the apes let us have another baby boy just like you. Little Victor, poor soul, starts laughing. Oh, daddy, we are going to be so happy. Me and baby bro will play all the time. And I say, sure, son, but here's the catch. What the catch? You and mama gonna have to look after him because two babies means your daddy's because daddy has to work for shifts place instead of two. Вы с мамкой будете за ним присматривать, потому что два мальца, а и дома нет отца. Папке придется катать 4 смены вместо двух. Блять, какой же кринж, нахуй, что ты несешь, долбоеб? Your terrible audience, as usual, what's eating ya? Что тебя гложет? This guy is... take a look. Have you seen him recently? Heard anything on the grapevine? Или слыхал что-нибудь? Yeah, seen him. Barrel of laughs kind of guy. I seen him. Barrel of laughs kind of guy. Smell really bad. Took him back from the bite of a couple times. Пару раз увозил его из байта. А он таксист. Did you ever talk? Did he mention anything that seemed strange?
Anyandia, where he'd be now, he smelled, or what exactly? You know, poppy kind of smell, stale booze and perfume herbs, awful stuff. Говнищем от него несло, еще алкашкой до хами и шмаль. Фу, блин, может. Did you ever talk? Did he mention anything that seemed strange? Может, он что-нибудь странное, необычное упоминал? Guess the bite is a good guess as any. It's a good guppy place, thought я. Так, поди в байте ошивается замануха, а не местечко, скажи. Did you ever talk? Не, он такой... Nah, he was too wasted to talk. Most of the time his smell did enough take talking for both of us. Ha. Thanks, Anatoly. Так что он сказал? Не, он такой бухой обычно был уже, что и пару слов связать не мог. Вот плохо от него, мама, не горюй, у меня аж глаза слезились. Что, почему от него так пахнет? He smelled that did enough talking for both of us. Ha. Thanks, Anatoly, you are detective's best friend. My regards of Estrella. Estrella. Спасибо, Толь, ты лучший друг сыщиков. И тебе не болеть, мужик. Take care, my man. Bye. Фу, блядь. New objective. Какие-то новые, те самые. Блядь, как он заебал, конечно, пиздеть. Roach. They did a great job restoring the Roach. If people watched more movies, maybe the world wouldn't be so sad. Если люди будут смотреть больше кино, может быть, мир не будет таким грустным. Роук, неплохо отреставрировали. Great job restoring the Roach. Я не знаю, с чего бы. Блять, какое вайбело? Почему так вайб? Почему такой вайб? Cocktails and a movie sounds like a great plan for the weekend, actually. I think so. Музло такое еще. В менюшке мне не понравилось музло. Еще. Что там в окне? Носорог? Wolfbank. Постер. Eden Simmons is the hottest new jazz star. See her tonight only at The Bite. Окей. Wolfbank. Wolfbank. Так. Банкир. Давай поговорим. Сейчас надо пройти, может, чуть-чуть. Ля, ну это пизда вообще. А чё такое? Почему такой вайб? Банкир, давай. Yeah, how are you doing this pleasant evening? You folks walk at the Wolf Bank, right? Вы, ребята, в Вульфбанке работаете, да? Да нет, так, стою чисто. Живу я, в общем, работаю за три квартала отсюда. Так, чисто постоять сюда пришел. How why do you care? Какое твое дело? Take a look at this photo. Have you seen this man recently? Take a look at this photo. Have you seen this man recently? Take a look at this photo. Have you seen this man recently?
Так, посмотри на эту фотографию, видел ли ты когда-нибудь этого типочка раньше? Из Jazz Around. А джаз с вами? Какая джаз, блядь? The fuck jazz? Who are you? What's going? Чё, джаз? Ты еще кто? Чего хочешь? I'm Wallens Ash. I'm Wallens assholes. Owes me money. Asshole owes me money. I've been looking for him everywhere. Wallace, этот урод, дай мне. Этот урод мне денег должен. Везде его ищу. Честный детектив Говард Лотер. Когда ты видел его в последний раз? Короче, не буду я агрессировать. Не буду представляться, типа, Рилли, кто я. Да. You and me both, Paul and Derek. Good luck getting it back anytime soon. Ты да я, мы с тобой. Да мы с тобой, мужик. И Дерек еще удача в поисках. И Дерек еще удача в поисках, ага. О, he'll pay. If I can find him, seen him today. Хочу его найти и заставить заплатить. Видела его сегодня. I make my own luck. When was the last time you saw him? Я разберусь, когда ты видела в последний раз. Course, but the wimp has left work early. He's scared. Derek's gonna split his wig. Так, да, только этот хуй его свалил с работы пораньше, боялся, что Дерек его отпиздит. Что, проблема на работе? Something happened at work. Where do you think he headed? Hurt his contract. Contract is not getting renewed. Renewed. Продлевать. Bastard had it coming. Did you boys spend time with him outside work? А вы, ребята, общаетесь с ним вне работы? Как думаешь, куда он пошел? У него, может, подружка есть на стороне или что? If your con Harlots sort of girlfriends, then sure, could be with one of them, if all I know. Ну, если бы так можно подружками считать, то да. If recon harlots are sort of girlfriends, then sure could be with one of them for all. Может, он к ним направился. Yeah, we used to have a blast at the bite every Thursday until he turned into a needy leech. Раньше мы зависали в байте по четвергам, как говорил Анатолий, пока он не начал тянуть из нас деньги. The bite, could he be there now? How the fuck would I know? Now, skid-daddle wreck. Now, skid-daddle wreck. Да мне, блядь, откуда знать? Какой-то агрессив. О, типочек тоже, кстати, детектив, походу. Или нет? Fish. Shrooms.
Edges. Что? The bite. Oh. I definitely wouldn't fit in with that crowd. Wouldn't want to. I definitely wouldn't fit in with that crowd. I definitely wouldn't fit in with crowd. Я точно не впишусь в эту модную толпу. Да и не очень-то хотелось. Wouldn't want to. Wouldn't want to. Не очень-то хотелось, окей. Так, Хэнк. Здорово. No entrance for raccoons. Пфф, енотов не пускают. Кого, баранов пускают? Perhaps a couple of loons would change your mind. Может, несколько хрустящих банкнот заставят тебя передумать? My friend Carlos is waiting inside. Go ask him. Carlos? Кто такой Carlos? I'm sure we can arrange something, big boy. What do you need? Understable. Have a great boy. Get me a personal invitation signed by the great Epps and I'll let you in. Великими обезьянами. Может, тогда я впущу вам по рукам? I'm sure, bye. Nice, поговорили. Короче, нужно приглашение от великих обезьян. LA, Alia. Лускис. Luscious. Main barbershop. Главный барбершоп. Growth mod. Чтобы краситься. Again to stand up. Окей. Ебать, там типелло. Зависает. Oh crap, down. Nears on duty in the bath up ahead. I can deal with him right now. Блин, там, да, у них полицейская будки, он мне весь мозг и выест, если заметит. Почему? Stay vigilant. Так. Лошес. Почему он выест на мозг? Ну, конечно, я могу пригнуться, хорошо. Дауни. Electronics. Quick Omart. Это что, типа... Маккензи и сыновья. Rich people clothes. One sock is more expensive than my whole outfit. Богатая, короче, одежда. Один носок стоит больше, чем весь мой этот набор, чем весь мой прикид. Foxy burger. Foxy burger. Nice. Once I got punched by a guy in a fedora who then picked all over my new coat. Oh, memories. Garbage bin. Тут конец, правильно понимаю? Бу. Чё за бу? Тут конец? Да. Найс. Nice. Ебать, там из трубы огонь. Шармечное, короче, место. Так, ну давай поговорим. Good day to you, friend. Fancy some fresh news. Так, еще. Good day to you, friend. Fancy some fresh news. Anything good happening for a change? Maybe later, but thanks, bye. How's business, boo?
Файлун, you can read them all with your own eyeballs. Задор сможет собственными глазами прочесть и выяснить это. Eyeballs. Вот. I just want the headline. Да мне бы только заголовок узнать. Headline, заголовок. Окей. Ну, допустим. Front pages today are all great ape. Parrot. Parrot. Preparations underway. Celebration starts Friday. Сегодня везде пишут: подготовка парада великих обезьян продолжается. Празднества начнутся в пятницу. Об этом до сих пор пишут в газетах. How is that news is the same every year? Thanks, man. See you. А это man? А, ну да, у него усы. Thanks, man. See you around. How's business? Anyway. Well, you tell me. People want their damn news for free, and damn hawkers don't help any. Это ты мне скажи, все хотят новостей на халяву, а чертовы карабинники делают все только хуже. Что за карабинники? Why does it bother you so much? Почему тебя так это заботит? Hawkers. You know, peddlers. Ну, эти, как их, лоточники. They haul their rickety ass tents around hassling folks and all with no permit. Везде возят свои гремящие тележки, народ переманивают, и все это без разрешения. А, окей. The police bath booth is right there. Полицейская будка же в двух шагах. Why does it bother you so much? Я пытался... I've tried reporting them. By the time an officer gets there, the hawkers smoke. And then they are nibble little legs. Я пытался на них доносить. Эти карабинники сматываются еще до того, как нагрянет народ полиции, скороходы. Бля, мелкие. Почему тебя так это заботит? Без разрешения торговли они подсиживают, честно говоря. Так, понял. Да-да, иди уже, я занят. Вот, вот прикатит этот грызун карабинник, мне торговать нужно. Oh, cheer up, boo, you have at least one loyal customer. Man, you can... be a bit of an entitled prick sometimes. Sorry to hear, I gotta go. Пошел отсюда, ок, да. Get lost then, will you? Пока. Хуй, сос жирный. Так, что у нас тут? Носки. Take away boxes. Six a ticket. To the bite. Thanks, trash bin. А, это мусорка. Nice. Так. Что-то. Присаживаться надо. Наверное. Типа так не видно. GPD. Окей. Погнали в переулок, в аллею. Ебать, фонарики. Кстати, наш... как его? Ларри. Наш комрад. Тоже ракун. Howard. Well, I'll be damned. It's been a while.
Батюшки Света давно не виделись. О, Ларри, Ларри, what are you doing here? How are you doing, old man? Как делишки, старикан? You're calling me old. You should look in a mirror. Блин, мужик. Shit, man, are you okay? Not really, thank you, now what's your deal? Have you seen an otter guy around here recently, you know? I'll tell you later, gotta run. What did he do? Что он сделал? Awful things to his pregnant wife. Can't tell client confidentially. По факту, must be a shifty guy. Must be a shifty guy. What's he like? Должно быть мудила тут еще. Как он выглядит? He's about my height. Chubby, wears a green hat. He's short, skinny, wears a yellow hat. He's short, skinny. Short, skinny. Wears a yellow hat. Short, skinny. Он типа, все, я понял. Короткий, лысый или белый. Худой, skinny вообще. Wears a yellow hat. Here's a photo. По фото лучше. Haven't seen him, sorry, let me know if you need anything. Блин, может зря фото ему дал. I'm here often and hear people talk. Такого не видел, извини, да, и знать, если понадоблюсь. Я тут частый гость. Слышу, о чем судачат на улицах. I got a lead, but the bouncer won't let me into the bite. У меня появилась зацепка, но вышибала не пускает меня в клуб. Third break. Вот непруха. It's really more of a cat and dog crowd in there. You said your guy's an otter. That's weird. Странно все это. Have any ideas of how I could get in? Where can I get a good disguise? Maybe if I was a handsome cat. Как же мне хорошо замаскироваться, будто бы я был красивым котом. Можешь пойти у Джонни спросить, он в этом всем шарит, но лучше моего. What you could do is ask Johnny, he'd know better than me. Who's Johnny? Squirrel kid with the leather jacket, he's a pusher. Бельчонок в кожанке. Кажется, я увидел. Он пушер. Кто такой пушер? He's a pusher. I don't entirely know what his deal with the bite is, but they are chummy. На короткой ноге. Чем барыжит Джонни? What sort of style Johnny push? Барыжит типа это... Push? Он толкает. Your typical like hype and shatterfang. Что? Классика. Hype, shatterfang. Get this. He started rolling out something called monkey boot.
who comes up with these names, it's like they don't want you to do drugs. Вот еще те, вот еще что недавно он начал башлять этой новой темой Манкиба там. Кто вообще эти названия придумывает? Такое чувство, будто бы они не хотят, чтобы ты вообще покупал наркоту. And you think this Johnny guy'd help? And you think this Johnny guy'd help? Monkey butt. What do you know about the bite? Alright, help. Hopeful that not get. Might take some convincing, but he's chill. I've seen him help people cut the line. His clients, I think. Monkey butt. What do you know about the bite? Что за monkey butt, блядь? А, ну monkey butt. Окей. Обезьяна butt. Что там? Yeah, what is this new thing? The shit thought perhaps a bit less figuratively than one might wish. Stinky thing. Does it have kind of a herbal stink? Блять, no first hand expensive, but I guess that could be a more delicious way to put it. What do you know about the bite? Короче, все, давай. Oh, you got it, Howard. I welcome distraction, really. Рад всегда болтать. See you soon. Sure, Larry. Thank you. I'll see you. Давай, давай, брат. Что-то у тебя глаза светятся, блядь. Так. Выдра. Или кто это? Stay. Jane. Интерком. Интерком. Что такое интерком? No answer. А, это типа домофон. Окей, нет ответа. Гренвилл. Так, ну короче, nice. Мне понравилась целая игра. Чего сказать? Tales Noir. Вот. Поэтому такие дела. Я не знаю, как тут сохраниться. Continue. Setting. Прям хорошая игра. Действительно. Вот, поэтому... Короче, продолжение точно будет. Все, всем пока, давай.